Здравствуйте, дорогие друзья! С вами мастер Фиде Роман Ешов. Сегодня нас ожидает очень интересный выпуск, касающийся каждого из нас. Помимо интересных новостей, которые происходят сейчас во всем мире, я сегодня расскажу об очень интересном проекте, который затронет каждого шахматиста, который ко захочет в нем принять участие. Но обо всем по порядку. Во-первых, Прошел у нас э, турнир «Играй за Россию», в котором победил Александр Крещук. Сначала Александр одолел в полуфинале Владимира Крамником. Была боевая партия. 1-1 основной счет. И в дополнительном в Армагеддон матче Александр Крещук все-таки одержал победу. Ну а в финале затем обыграл Евгения Томашевского. Э, точно так же 1-1 в основном счете. И в Вармогедон матче в итоге он одержал верх. Этот турнир, напоминаю, кто пропустил прошлый выпуск, я рассказывал, этот турнир был направлен в поддержку врачей в России и собрал этот турнир 24 миллиона 670 тысяч рублей или 335 тысяч долларов. Также нашел очень интересную статью. По поводу этого турнира под названием Хочешь быть сильным, как Александр Игоревич про Грищука имеется в виду, кто не в курсе. И как раз здесь приводятся примеры из сыгранных партий. Вы, если не видели эти партии, можете попробовать сами ответить на поставленные вопросы. На мой взгляд, очень интересно, особенно для тех, кто, повторюсь, кто не видел эти партии. Если вы видели, то вам будет, конечно, немножко проще, но тем не менее. Ответы ожидаются в следующем выпуске этой статьи. Ссылка в описании, как всегда. Так что наслаждайтесь, я получил большое удовольствие от решения таких задач. Я не все партии видел с этого турнира, и мне было очень-очень интересно. Мемориал Стейница проходит на данный момент. Первый день позади. Сейчас играется второ, проходит партия второго дня. И Магнус Карсон и Костенюк сейчас лидеры после шести туров. Сейчас я вам сразу покажу табличку. Магнус Карсон у нас имеет 4 очка. Второе и четвертое место делят Бу, Дубов и Мамидиаров по 3,5. Ну и остальная группа преследователей. Пока нету таких, которые явно провалили игру, так что все еще впереди. Ну и также женский турнир. Александра Костенюк с большим отрывом здесь оторвалась от остальных 5,5 из 6. Ей в первом туре, в первый день прям реально везло. Ей залетало все, что можно было только залететь. Она выигрывала уверенно хорошие позиции, и даже те позиции, в которых она умудрялась получить плохую позицию, она в итоге каким-то образом спасала их, и либо сводила в ничью, либо вообще выигрывала. Очень интересно, ну, для меня лично мужской турнир очень интересен, но, ну, может быть, кто-то из моих подписчиков следит и за женским турниром, хотя я не являюсь его фанатом. Магнус Карсон как всегда, удивил. Супер турнир от Магнуса Карсона, точнее серия, называется 1 миллион Магнус Карсон Тур. Магнус Карсон выделил 1 миллион призовых, 1 миллион долларов призовых денег и объявляет этапные такие турниры. Сначала, значит, у нас с 18 апреля по 3 мая проходил Магнус Карсон Invitational 250 тысяч долларов. Теперь на очереди Линдорес Абей Rapid Челлендж с 19 мая по 3 июня 150 тысяч долларов призовых. Затем онлайн Чес Мастерс с 20 июня по 5 июля 150 тысяч долларов. И легенда шахмат с 21 июля по 5 августа 150 тысяч долларов. Ну и затем гранд финал с 9 по 20 августа 300 тысяч долларов призовой фонд. Как раз ФИДЕ планирует, если все будет хорошо в сентябре возобновить турнир претендентов, и Магнус Карсон как раз укладывается в сроки проведения своих турниров. То, что делает Магнус для современных шахмат, для шахмат, которые сейчас у нас на карантине или на самоизоляции, то это, конечно, уникально, большой молодец. Я приведу ссылку на эту статью. И также для всех обычных любителей шахмат. Внимание, супер возможность. Эмилий Сутовский объявил у себя на фейсбуке, ну и на официальном сайте Фиде уже есть информация. Но я специально решил, так как у меня все русскоязычные, то на русском языке у него на фейсбуке. Делал скриншот. то что Фиде запускает уникальный проект с 18 мая по 16 июня на всех ведущих игровых платформах в любое время суток. Более 2000 турниров Checkmate Coronavirus в Bullet, кто не знает, что такое булит минута времени, когда дается, Blitz и Rapid без ограничений по рейтингу с призами, независимо от результата. Просто играйте в шахматы. Чем больше сыграть, тем выше ваши шансы выиграть призы. На кону 64 оплаченные поездки на Олимпиаду в Москву, включая билет и проживание. Мастер-классы и мини-матчи с игроками топ-десятки и большая куча разнообразной сувенирки от Фиде. Еще раз, концепция тут простая. Главное участие. Призы разыгрываются по жребию. Так что вопрос читерства не актуален. Играйте в шахматы, играйте и выигрывайте, как пишет у себя Эмиль Сутовский. На мой взгляд, это просто уникальная возможность для любого любителя шахмат увидеть Олимпиаду в Москве или сыграть с топ сильнейших шахматистов мира, например, условные начинающие, даже если вы маленький ребенок, который только-только делает первые шаги, вдруг хоп и выиграл подобный приз, это прям так подстегивает в будущем заниматься шахматами, да даже если вы и не ребенок, а взрослый человек но вы давно следите за шахматами, понимаете, что вряд ли когда-нибудь сыграете с крутыми гроссмейстерами, даже такой шахматист, как я то для меня это тоже уникальная возможность. И я привожу вам также в описании ссылка на официальный сайт. Начинается все, по сути, меньше, чем через два дня с момента записи видео, то есть это уже у нас получается 18 мая. И в 2 часа дня на Личесе уже стартует Блиц Арена. Здесь вот все оно расписание. Личес, Чес.ком, Чес24. То есть любая площадка, более-менее которая популярная. Это только вот эти три сайта, три платформы. Вот играйте, развлекайтесь. Любой, выбирайте любой контроль, какой вас устраивает. Есть даже Рабита Арена по 15 минут, например. Это очень-очень круто. И если вы на лечете, не забудьте вступить в специальный клуб. И здесь будет очень удобно, здесь сразу высвечиваются турниры, которые стартуют, которые именно под этим названием, вы точно тогда не ошибетесь. Вот. Сегодня также стартует у нас чемпионат Европы онлайн, чемпионат Европы онлайн шахматы на сайте chess.com. И сегодня стартуют самые слабые представители. Группа А это с рейтингом от 1000 до 1400. Ну и без рейтинга вы тоже, естественно, могут здесь участвовать. Состав более чем приличный для такого уровня, потому что финальную часть, это пока только отборочная, финальная часть попадает в минимум, было написано в положении 250 шахматистов. А в турнире А, внимание! Количество участников у нас набралось аж 1629. То есть попасть в финальную часть очень и очень тяжело, даже рейтинг фаворитам. Потому что всякие темные лошадки могут быть, которые без рейтинговые. Как мы видим, здесь и сеньоры могут принимать участие, и маленькие ребята, и просто взрослые шахматисты. Так что я более чем уверен, что многие безрейтинговые в итоге попадут в финальную часть. Уникальная возможность. Единственное, до конца я так и не понял. Я смотрел, смотрел видео, но так и не понял. Но Сириус и Владимир Крамник запускают онлайн школу по шахматам. Знаменитые тренеры проведут занятия в Ютубе. И здесь статья... Я нажмите обязательно на ссылку вот здесь подсвечивается YouTube, там Владимир Крамник все подробно объясняет, единственное, это я так и не понял. Это абсолютно бесплатно для подписчиков этого YouTube-канала. Или все-таки нужно заплатить денежку. И там в, в комментариях тоже некоторые люди с, прям спрашивали, пока ответ, ответ не получен. Но я все же надеюсь, что это бесплатно. Тогда это прям супер бомбическая новость, и вы можете заниматься под, под началом таких супер тренеров, как Шерешевский, например. Кто не знает, Михаил Шерешевский это международный мастер, заслуженный тренер Беларуси, мастер спорта СССР. У него он автор многих книг. И также старший тренер школы Владимир Крамник, Константин Сакаев, Владимир Беликов, и таких людей я бы с удовольствием бы и сам послушал. Так что я советую вам внимательно ознакомиться. Если это бесплатно, это очень и очень круто. Тогда Владимир Крамник большой молодец. Если это плата, то, конечно, вопрос, какая цена и стоит ли это тех денег ну, для обыкновенных любителей шахмат. Если вы молодой и талантливый, то, поверьте мне, это должно стоить денег, ну правда надо еще узнать сколько, <laughs> сколько будет. Мне понравились вообще на Ческоме я редко сижу, мне не нравится ческом, не в плане что это плохой сервис, нет, все нормально. Мне неудобно. Личес очень удобная платформа и в которой все предельно понятно. Вот во всяком случае такому динозавру как я, там очень легко, понятно легко разобраться. На ческом как-то мне дается это значительно сложнее. Но тем не менее, ческом периодически выдает очень интересную аналитику, которая подкупает. И если у вас нет, не куплено, как у меня, например, никакой, как это называется, вот, подписка никакая там бриллиантовая и так далее, то один раз в день вы тем не менее можете пройти бесплатный урок на ческом и я нашел два интересных урока это учимся на кубке наций где мы можем просмотреть внимательно три э, разбора партий э, советую вам их пройти очень интересно а также еще сыграй как виши анан и здесь у нас точно так же есть разборы партии первой я уже успел пройти вот что касается мировых новостей мы закончили а вот завтра у меня на youtube канале не пропустите такого вы еще не видели ни у кого нигде пока супер подробно я рассказывать не буду все предельно завтра единственное вам дам такую заставочку доверься случаю называется Надеюсь, вам понравится данный проект. Это развлекательный проект. Так что я стараюсь все время придумывать что-то новое на YouTube, потому что он немножко застоялся. Все одно и то же. Все достаточно, на мой взгляд, скучно. И обычные разборы партии, игра с подписчиками и так далее. Все как было с момента создания YouTube, так и продолжается по сей день. Так что... Стараюсь придумывать какие-то интересные проекты. Очень надеюсь на вашу поддержку и надеюсь вам это все понравится. Не забудьте подписаться на мой YouTube канал, поставьте лайк этому видео. Я старался, искал для вас самые интересные новости. И если что, пишите в комментарии, если у вас есть какие-то интересные пожелания или хотите меня поддержать приятным словом. Я всегда рад. На этом все. До новых встреч и всем пока.